Так, что мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем делать настил в бане, в парилке. Он называется, по-моему, трап. Вот, сделаю я его из остатков древесины, которую мне привозили на дрова, потому что, как в предыдущих видео, там было видно, как я выбирал некоторые хорошенькие речки. И сейчас мы из него сделаем такую вещицу. Вот. Я думаю, это много времени не займет. Но с учетом погоды, что-то мы тут напилим на улице, но уже внутри будем забивать шканты. Вот. Сейчас я покажу, как это все выглядит. Оба. Вот они наши речки подготовленные. Я знал, что вы пригодитесь. Вот. Хотя плюс-минус у некоторых не одинаковая толщина, но мы подберем то, что нужно. Вот. Вот это у нас будет поперечная. Она такая не особо широкая в нужных местах. Ну, такая, то, что нужно. Вот. Так что вот, сейчас мы замутим. Я жалею еще о том, что летом мало собирал трав. Тихо. Тихо. Опа. Это наш тайник. Блин, тут, наверное, ни хрена не видно. Сейчас я вот так поверну. Опа. Здесь вот сушеные травы, укроп, липа сухая. Вот она лежит. Наши венечки. Это береза, а он дуб. Так, все здесь хранится до лучших времен. Так, где здесь еще мята? Но мята здесь, наверное, нет. К чему я веду? Будем парить. Блин, здесь такой прям аромат прям вообще приятный. Прям пахнет прям. О, мятой, малиной. Вот всего-навсего уделить день сбору мят, липы. И всю зиму можно пить прям вкусный ароматный чай. Но у нас, как всегда, нет времени. Так. Ну, а если сегодня мы успеем, мы съездим к знакомому фермеру. Ну, он не знакомый фермер, он, скорее всего, любитель. У него есть козы. И мы, возможно, что-нибудь себе присмотрим, потому что уже скоро весна, и надо уже готовиться что-то новое заводить. Так, ладно, поехали. Там. Что вы делаете? Под шубой. Да ты чё? Сейчас будем под шубой есть. Thank you.
wish that every day of the year could have the love that we feel on Christmas Day. Every Ну что, вот такая у нас получилась, такой получился трап. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего хорошего!